оп, типа и поехал дальше. Ты чего решил, скажи мне, пожалуйста, упасть? Квадроцикл практически перестает работать, кислорода нет. Я же говорю, в 90-е мы не только в шантаже работали. Братан, мы с тобой одной крови, ты и я. Дима! Не довезем мы его сегодня. Не-а. Речка-то коварная, оказывается. Ну, а они, соответственно, нас за нами едут, чтобы мы выехали с пограничной территории. Выбираешь технику для активного отдыха? Добро пожаловать в АТВ Армор. Квадроциклы и мотоциклы CF Moto на любой вкус. Гарантия 2 года без ограничения пробега. Кредит и рассрочка без переплаты. Выгодные условия при покупке в лизинг. Уже в продаже ультрасовременные C-Force 800 HO EPS, 1000 EPS и 4-местный мотовездеход Z-Force 950 Sport EPS. Для путешествий с пассажирами, хозяйственных задач и экстрима. АТВ Армор Клуб предлагает всем клиентам увлекательные туры по московской и прилегающим областям. Живи интересно вместе с АТВ Армор. Ну что, всем доброе утро. Блин, ночью был пипец. Я, температура поднялась. Меня знобило так, вообще трясло стопы. Давно такого уже не было. Видать, мне где-то подпростыл я. Вся кровать вообще вся мокрая. Вспотел так, что просто пипец какой-то, блин. Просто ужас какой-то. Хорошо, что у ребят был с собой Тарафлю турецкий. Вот так вот он выглядит. Дали мне, выпил. Ладно, что, денек отлежусь. Я думаю, все будет нормально. Пока вам немного прикольных видов покажу. Ну, давайте, как и обещал, показываем, как кормят во Флоре. Димон, как тебе? Все прекрасно. На высшем уровне. Ты вчера поднял благосостояние архиза? Да. Намного? Ребят, ну что, поднялись, с утра проснулись, да, поднялись вот на такую высоту. Мне кажется, здесь прям вообще мега бомбически. Ну, сейчас мы уже позавтракали и, соответственно, отправляемся в путешествие дальше. Пока ничего нет, потому что... Вид, смотрите, какой просто. Вид просто бомба. Ну все, поехали. А, все, прощай, Флора. У тебя было мега офигенно. Ребят, всем еще раз рекомендую, потому что... Отель просто бомбический. Я, конечно, немного подпростыл, но отель просто вообще. Всем рекомендую. Поехали дальше. Отправляемся с вами уже в обратное путешествие. Сейчас должны заехать в один офигенный ресторан. Еще поедим баранинки. И стартуем. Бомбически провели время. Сейчас вот доедем, когда до дома скажу. Нам по такой вот трассе надо будет ехать 70 километров. И вот здесь вот везде сдаются, просто везде сдается техника. Это же артист. И в основном везде сдаются церковь. Все моргали, моргали, мы думаем, что ж там такое происходит-то. А потом бац, увидели, просто стадо идет лошадей. А, что-то поездочка у меня не заладилась. Сначала я заболел. А потом еще только что меня укусила оса в ногу. Это пипец, знаете куда, в стопу. Сейчас заехали, купили супрастин. Подождем, может, отпустит. Что, мы добрались с Иванычем без происшествий? What? What the fuck? Сегодня послушаем, какие у
это все делает машинка? C4 1000 Sport 4 R. Вот. Так что забудьте. Дает, кстати, ВТБ. Так что не забудьте. Ну, вот здесь вот так вот в порядке вещей, что они вот так вот стоят. Дай под них поближе. Не-не-не. Дурак. Дурак вообще хотел поближе. Но не буду даже. Мы как я кручу руку. Приехали парни и рассказывают. Давай, пацаны, говорю, тону. Они бегом, я тебе говорю, я понимаю, уже, знаешь, толкаем его, он не выталкивается втроем, они двое спереди, я там и малым газом, и большим. У меня телефон под водой, там сигарет под водой, все под водой, как бы. И мы втроем не можем вытащить. А потом Димон каким-то хреном, пока я там ребенка отматывал, Вовину, подъезжал, ну хопа, и вот так на попа встал. Я думаю, слава богу, думаю, хер с этим кофром, все там утонуло нахер. Он стоял, потом раз, и вот так. Он, видать, вот камеру зацепил. Да, хорошо, вопрос, у вас хоть какие-то кадры есть? А глубина вот такая. Красота! Вот какую-то речку пересекли, горную очередную. Идем, уже целый час с небольшим. Просто замечательно. Погода и все остальное. Красота. Радуемся, любуемся. Вот Сергей Борис сейчас на себя переведет тоже. Давай себя запечатли. Да, да, друзья. Просто отдыхаем. Сейчас гремит гром, но где-то высоко, в горах. Но мы к этому тоже готовы. Будем дальше катать. Чем добрались до какой-то макушки Архиза. Я даже не знаю, где она заканчивается, но мы уже поднялись на 2800. Квадроцикл практически перестает работать, кислорода нет, движок начинает вообще шебуршать. Решили остановиться. Ну вот, здесь облака, вот я. Вот. Так что, ну что, мы долго шли сюда и добрались. Ура, ура, ура. 1870 метров над уровнем моря. Это просто что-то нереальное. Вот смотри. Глаз, конечно, видит то, что никогда не передаст ни одна, даже самая лучшая камера. Это с этой стороны. А теперь смотри, мы переходим на ту сторону. Здесь мы положили камешек. Здесь, смотри, мы вот с Павлом Васильевичем остановились. Так сказать, припарковались. Здесь так прохладненько, свежо. Смотри, сейчас ты видишь. А это другая сторона этого хребта. Да, лежит снег. Даже не только на вершинах. И здесь лежит снег. Пасутся лошади, коровы. Кто за ними следит, непонятно. Просто красота. Мы над облаками, и мы в облаках. Вот такая наша страна. Великая, могучая и громадная. We'll be right back.
Иван Сергеевич нам бацает вкусный обедик. Сань, Олег Вадимович нас поддерживает. Ты во мне сомневался, что ли? Ну, как-то, знаешь, остерегался, давай скажем так. Женька пешком шла. Вот такая красота. А у меня? А Вова 4 раза упал, я, кстати, 1 раз заснял. Я заснял. Я заснял. И у него уже датчик адаптировался, он у него заводится уже, но больше 30 не едет. Через 10 минут начинает ехать. А знаешь почему, Вов? Ты длинный, никто не падает, он не падает, никто не... Вот центр тяжести нарушен. Парус очень большой. Высокий центр тяжести. Вот сказочный. Сами приехали, все сухие. Последний прям... Кроссовку по килограмму песку в каждом. Так что, парни, вот знаете, какой я контент пропустил из-за того, что просто тупо заболел. Сейчас поспал. Я думаю, лишь бы домой пораньше улететь. Нет, домой не полечу пораньше, потому что, ну что, надо же все заснять. Смотри, видос. Так что ждем. А у нас, как бы, часть вторая. Владимир, приветики. Приветики, приветики. Я не виноват. У тебя же была дорога, вот ты едешь, типа такой, оп-оп-оп-оп-оп, типа и поехал дальше. Ты чего решил, скажи мне, пожалуйста, упасть? Лицом в грязь. Давай. Открути эту штуку. Была дорога. Можно было поехать прямо по хайвею. Но что-то пошло не так. Подкрути, пожалуйста, я, ну, снимаю, я оператор. Если бы не я, ничего бы не произошло бы. Говоришь, Вова, он второй раз за километр падает. Тормоз, Жень! А он с лебедки не убежит никуда. Да, Вован Джан, блядь. Опять упал. То, что мы подняли, а этот оторвалась фигня. Речка-то коварная, оказывается. Доброе утро. На самом деле оно не очень доброе. Просто вот парни так хотят завтракать, что пришлось ломать дверь в кухню. Че, нифига не получается? Подожди, давай, может, лопату запихнем. А что нас держит? Подожди. Вот эта штучка там. Какая? Вот, вот это. Вот это держит. Да. Сейчас, подожди, давай мы по-другому сделаем. Мы еще хату скрывали. Не-не-не, Вань, сейчас давай тут положим. Вот, смотри, вот это давай положим. Давай положим, и ломом захерачим. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Я же говорю, в 90-е мы не только в шантаже работали. Отрабатывали, было дело. Короче, не могли попасть сегодня на завтрак. Кухня была закрыта каким-то чудом. Ну, не все, кто-то поел. Так, ну что, у нас сегодня третий день катки. Чувствую себя, конечно, я отвратно, если честно. Видите, нос заложен, кашель и, походу, температурка. Но все равно еду катать. Сейчас, кстати, Иваныч нам хочет продемонстрировать, хочет показать нам какую-то мега-бомбическую вещь. Это такой мини-керхер. Вот так вот его. Все? Кончился твой мини-керхер? Нет. Где такой можно приобрести? На Озоне. Сколько стоит? 7 тысяч. Ну вот, за 7 тысяч можно вот такую штуку купить. Очень, мне кажется, удобненько. Так что имейте в виду. Машинка себя показывает прям на самом деле, что очень хорошо. Я думаю, что сегодня с нами еще Вован поедет после вчерашних своих переворотов. Так что, ребят, имейте в виду, что, конечно, четырехместная машинка, она справляется со всеми задачами. И можно все засунуть. Здесь палатка у нас, финтрейл, стулья, всякий шмурдяк. И можно ехать втроем, вчетвером.
Что, кстати, скоро мы вам и покажем, потому что в Карелию мы поедем скоро именно вчетвером на этой машинке. Ну, видите, кто-то на лошадях, кто-то на машинке. Ну что, давайте по прошествии уже, наверное, сколько мы? Два дня катаемся? Три. Третий день мы катаемся, да. Могу сказать. Значит, лобовое стекло, плюсы, дождь, ветер, мухи, вообще никаким боком вас не затрагивают. Но есть один маленький минус. Когда стояла половинка, здесь жар не так сильно ощущался. А сейчас, когда поставили лобаш и на улице плюс, там, допустим, 30, то, конечно, здесь, в машинке, не камильфо. Но вечером зато вы даже не представляете, как здесь комфортно, потому что я всю поездку проездил в шортах. И здесь прям мега удобно, мега комфортно, вот именно по температуре. Сзади тоже сидеть удобно, потому что весь теплый воздух, он идет оттуда. И там, нет, знаете, такого жара. Здесь прям именно комфортно. Так что лобовое стекло — это огромный плюс. Чтобы всем было понятно, насколько она быстро и легко разбирается и собирается. Это пол. Нам пол сейчас не нужен будет. Вот, ребята, и все. Одна минута практически, и палатка собрана. Ну что, прям мега бомбическое место вообще. Палатка просто супер. Гриль у нас тоже замечательный. Компания прекрасная. А нож? Чей? Нож вообще мой же. Потому что чьи ножи? Дениса Ульданова. Да. Вот. Вот, Финтрейл. И палатка, кстати, тоже какая? Финтрейл. Вот. Смотри, как ее даже мухи любят. О. И Иваныч. Вот такие вот. Вот, ребят, увлекайтесь квадротуризмом, и все у вас будет замечательно. Палатка просто восторг. Сам собираешь, сам разбираешь. Занимает 3 секунды. Хлоп, хлоп, и никто не нужен. Восторг, просто восторг. Воздух спускаешь, вот это сверху. И все это запихивается в одну сумку. Съездить с ним. Слушайте, ну вот как раз канистра. Купили канистру. Как она называется-то? Мягкая. Мягкая канистра. Супербак, вот, супербак. Никогда не берите вот этот супербак. Вот, вот, чтобы было понятно. Вот он, реклама супербака. Вот вам, пожалуйста.
А мы думаем, что так воняет? А вой вообще ужасная стоит, просто ужасная вой стоит. Переворачивай ее, переверни ее. Я знаю, в чем причина. Давай всем разольем. Этот супербак для маленьких худеньких мужчин. А у нас Иваныч плечистый. Переверни ее, Серег, переверни. Переверни, чтобы не текло. Ну переверни, ну сейчас дождемся сейчас. И все, сейчас что, на обратном пути сейчас заберем. Брось рюкзак. Заберем, и никто не возьмет. Давай всем по чуть-чуть зальем, да и все. Да я знаю, кому нужно, чтобы у кого-то квадрик просрался. Вот он, пошел. Сколько, кстати, стоит твой супербак-то? 2000 рублей? А, понятно. Сэкономил. Значит, на фикс-прайсе за 46 купил. Просто мега бомбический, вообще просто, вообще супер. Братан, мы с тобой одной крови, ты и я. Он нас пугает нас. Яшка. Ай, красавелла! Ай, молодца! Ай, красивый пес! Поехали, удостоверяющий личность. У нас же есть документы? Конечно. Наверное, вот здесь вот, я даже не знаю, что это такое, но это же не пограничный пост, да? Может быть и пограничный. Блин, какие же здесь виды, парни! Это же просто сказка! Сидят погранцы. Они нас тормознули, говорят, ребята, а вы куда едете? Пропуск. Короче, нам надо было заранее заказать пропуск на госуслугах, и тогда бы мы попали бы до того места, куда нам надо. Но есть фотоловушки, насколько я понимаю, что здесь есть такое. Так что сам разговор с погранцами, понятно, что я вам не покажу, я его не буду вообще. Но мы практически доехали до границы с Абхазией.
Так что сейчас едем в обратную сторону. Ну, а они, соответственно, нас за нами едут, чтобы мы выехали с пограничной территории. Ребята нормально все, адекватно нам объяснили, все рассказали. Хорошие парни, и вообще не вопрос, все корректно, никаких ничего там, все прям корректно, молодцы. 5 плюсов. Давай по прямой поедем. Так что, ребята, если захотите попасть туда, на границу с Абхазией, в эту 5-километровую зону до границы, заказывайте себе пропуск на госуслугах. Я думаю, всем его подтвердят, то есть гражданам России его подтверждают совершенно спокойно, как ребята объяснили. Ну и вы доедете до того места, куда мы хотели доехать, показать, потому что там ледник, и прям видно, как с него тает вода, как идет вот прям вот, вот откуда начинается эта река. Но не судьба. Ладно, в следующий раз, если будем здесь, обязательно закажем себе пропуска и попадем туда. Ну, если вдруг кто-то из вас там окажется, то показывайте видосы, нас отмечайте, чтобы я мог перекосить и людям показать, насколько там мега офигенно. Хотя, если честно, то здесь тоже прям очень круто. Мы вот сейчас вот едем с Ивановичем и прям вот, ну, на самом деле получаем прям, я не знаю, как это объяснить, глазное удовольствие. Наверное, так, да, Иваныч? Да, вообще. Свежий воздух. Горы кругом, красота. Лес. Красота. Яки пасутся. Блин, это прям мега бомбическое место, серьезно. Главное, чтобы у вас была правильная техника. А эта техника? Z-Force 1004. Z-Moto. Вот, смотрите, какие мега бомбические места. Ну, круто же. Вот кому границы нипочем. Вот они пасутся спокойненько. Димон, ну что, как тебе здесь? Да, вообще, я в восторге просто. Хотелось отметить просто вот эти виды, пейзажи, которые мы наблюдаем при покатушках. Реально сфоткаешь, хочется передать это все на камеру, своим показать кому-то там, но это не передаешь. iPhone, не iPhone, Samsung, все что угодно. Ничего не может передать то, что мы видим своими глазами. Поэтому реально покупайте себе квадроциклы, мотоциклы, велосипеды, все что угодно. И катайтесь, реально. Такие... Главное, не сидите дома на диване, потому что Дима правильно говорит, что вот это все, что вы сейчас видите на камере, это, ну, вот ни одна камера не передает. Вообще, два хуже просто. Вы просто посмотрите, вот даже вот мы вот сейчас вот эти сопки, да, вот это вот эти горы. Вы посмотрите, какие горы. Ну разве это вот у нас даже здесь луна есть недалеко. И вот такие вот просто мега бомбические горы, ребят. Ну это фантастика. По-другому, наверное, не расскажешь, просто ни словами описать, ни пером прописать. Ну что, нравится, Дим? Конечно, нравится. Вот такие вот чеховские проходимцы. Прикольно, да, быть в группе чеховских проходимцев? Наверное. Да. Вся жизнь в говне, Андрей Сергеевич. Вся пошел, Серег. Канистры. Спрятал, да, здесь? Да. Это канистра, которая протекала, сейчас мы кого-нибудь заправим. Сейчас вот дольем из этой канистры ужасной. Как она еще раз называется, чтобы понятно было? Я не буду. Супербак. Не такой уж он и супер. Да, не такой уж он оказался и супер, да. Давай, и кидай подачу. Ёб вашу мать, вы чё, зажигалки-то нормальной нет, что ли? Давай, неси. На, другую. Надо. Кидай, ну дурак ты. Блядь, мутила, она же сука. Ха-х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 а-
машинка себя показала просто великолепно. Туда влезает просто вот все потребности всего коллектива. Здесь перевозилось все, палатки, стулья, еда, грили, вещи. Ну вообще, от слова вообще все. Поэтому, ребят, если у вас есть такая заинтересованность путешествовать, и чтобы у вас была такая вот именно техника, чтобы вы могли ездить вчетвером, втроем, я думаю, я прям уверен, что вот эта техника подходит для этого на все 150%. По комфорту, я даже не знаю, что сказать. Но для того, чтобы это понять, вам просто надо прокатиться, побывать в таком путешествии. Вы можете также, знаете, побывать в путешествии с компанией «Атэ Вармор». Там есть туры выходного дня. И там есть такие же, вот именно такие же машинки. Вы их можете опробовать и после этого заехать в «Атэ Вармор» и прикупить себе такую технику. Поэтому теперь выбор только за вами. Мы с Иванычем будем дальше путешествовать. Следующий тур у нас уже в Карелию с «Кавказ Дискавери». Так что смотрите нас, получайте удовольствие. Иваныч, что можешь сказать хорошего, плохого? Плохого вообще ничего нельзя сказать, только все хорошее. Главное, поймите, эта машинка вот именно для путешествий. Это не для гонок, это не для грязевесов, это именно для путешествия. То есть у нас страна большая, вы можете везде побывать, везде проехать. И главное, что вы можете с друзьями, либо друзьями, которые на квадриках взять, выполнить какие-то палатки, грели и все остальное. Это просто комфорт. Получите комфорт и удовольствие. Это другая совсем уже, так сказать, ступень туризма, скажем так. Ну а мы с вами отправляемся уже дальше в Карелию, и там мы поедем вчетвером в этой машинке, и уже все четверо поделимся впечатлениями, как она справится именно для четверых. Ждите наших новых выпусков. Вам большое спасибо, что смотрите нас. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, писать комментарии. Ну а мы со своей стороны вам говорим, подписывайтесь теперь вот на телеграм-канал еще. Он у нас тоже есть. Заходите, напишите, чем с ней прокатиться. Он у нас есть там телеграм-канал. Я его, правда, сильно не развиваю, но он есть. Так что мы вас ждем. Мы с вами прощаемся. Всем пока. Димон, как тебе прицеп, Димон? Удобный. Вы прям заходишь так вот. Да, у тебя вот просто все лежит. Знаешь, как называется прицеп? Иваныч. Нет, Аляска. А знаешь, почему он удобный? Потому что на 30 сантиметров удлинен. Так, вот раз. Можно в магазин «Пятерочка» работать. Товар привозить. Ты рот-то закрой, блядь, от удовольствия. Я, блядь,